Ваша честь, пришли вести от короля. Он не только собрал армию, но и захватил столицу. Известие о его победе уже разнеслось по стране. Ваша популярность падает. Забавка? Неплохо. В казне никаких изменений, мой лорд. Мечники ждут ваших приказаний. Крестьянин пошел по дурной дорожке, ваша светлость. Не хватает рекрутов, сэр. Мои верные лучники! Наши луки будут петь! Мы готовы! Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Люди просто боготворят вас, сэр. Лучники, на изготовку!
Наши луки готовы. Только покажите нам цель. Куда целиться, сэр? Не хватает рекрутов, сэр. Крестьянин пошел по дурной дорожке, ваша светлость. Среди крестьян начался мор. Вот как! Значит, туда. Не хватает рекрутов, сэр. Тянуть тетиву! Вот так! Иду! Не хватает рекрутов, сэр. Ваша милость. Выступаем. За тебя, господин. Мои верные лучники. Готовы к работе. Мы выходим. Чем мы можем помочь? Инженеры к вашим услугам. Вам что-то нужно? Таков план.
Наши инструменты готовы. Доброе утро. Крестьянин пошел по другой дорожке, ваша светлость. Мы в вашем распоряжении. Отправляемся. Что? Ждем приказов, сэр. Привет. Наши луки будут петь. Меняем дислокацию. Добрый день. Ясно? Ладно. Вот как. Дайте нам задание. Мы готовы. Доброе утро. Лучники, на изготовку. Да, сэр. Наши луки готовы. Только покажите нам цель. Куда целиться, сэр? Лучники идут. Ваше высочество. Я буду верно служить вам. Вперед! Мы идем. Крестьянин пошел по дурной дорожке, ваша светлость. Земля слишком неровная, чтобы на ней строить. Сэр, вы еще не пользовались услугами возчика? Давайте я объясню, как отправлять товар. Выберите товары. Затем, как часто вы хотите отправлять товары, мой лорд? Выберите количество товаров. Тянуть тетиву. Мы готовы. Новые приказания, сэр. А тебя, господин. Пики. Здорово. Лучники, вперед. По вашей команде. Смотрите в оба, ребята. Крестьянин пошел по дурной дорожке, ваша светлость.
Мои верные лучники, наши луки будут петь. Выберите товары. Отправка будет отменена, мой лорд. В здании нет работников, сэр. Выберите товары. Отправка будет отменена, мой лорд. Ваша милость, мы пошли. Крестьянин пошел по дурной дорожке, ваша светлость. Нельзя здесь строить, мой лорд. Выберите товары. Выберите количество товаров. Выберите товары. Выберите товары. Выберите товары. Выберите количество товаров. Крестьянин пошел по дурной дорожке, ваша светлость. В здании нет работников, сэр. Выберите товары. Отправка будет отменена, мой лорд. Thank you.
выберите товары. Укажите частоту отправки. Выберите товары. Выберите количество товаров. Мы готовы к работе. Мы идем. Да, мой лорд. Отряд инженеров уже в пути. Ждем приказаний. В чем проблема? Чем мы можем помочь? Есть, сэр. Люди просто боготворят вас, сэр. Нет работников, сэр. В здании нет работников, сэр. Спокойно. По коням, парни. Дайте нам приказ. Ваша светлость. Поехали. Казначей пошел по дурной дорожке, ваша светлость.
Не хватает рекрутов, сэр. Идем на место. Бель-бель, ты на плечо. В боевом порядке. Ваша милость. Готовы, сэр. Позицию! Скоро Паскаль достроит мост. Нам нужно скорее укреплять защитные сооружения. Скоро Паскаль достроит мост. Нам нужно скорее укреплять защитные сооружения. Сегодня хороший денек. Ну, живо! Мы готовы к работе. Смирно! Есть! Есть, мой лорд. Да, мой лорд. Проверить оружие. Пошли, живо! Чем мы можем помочь? Взять арбалеты, щенки! Инженеры к вашим услугам. Выступаем. Не хватает рекрутов, сэр.